я сейчас готовлюсь к занятию. Она у меня через 20 минут, хочу еще маску сделать. Из отеля, в котором я отдыхала этим летом, в июле. Я его ношу примерно неделю уже. Вот, я его тоже не снимаю. А, ладно, я думала, что всем по миллиарду лет. Это торт Наполеон с малиной. И макарон с фисташкой и малиной. Кокос еще с кокосовым фотком, который мне сейчас сделали. Короче, она кокос. Ну, получается. Танцуй. Где мой партнер по джазу? Она угадала. Вот это краш, это книжка. Я могу себе сказать, сори, вода, сюда пока и больше здесь. За счастливую жизнь. Все, поехали. Вкусно. Мусорки копаются, я с ними вместе. Нет, неправда. Все, у меня... Что за женщина в леопардовой шубе была? Победа. Так, Жанна, звать. Расскажи, как я прошла после... Йоу, я вырубилась после прогулки. У меня был заложен нос, горло, болел левый глаз, башка, молочко, медик и попытка... Всем привет, добро пожаловать в этот потерянный влог, надо открыть окно. Короче, рассказываю, я на самом деле очень много и давно не снимала прямо влоги. Весь август я особо не снимала, но это есть некоторые причины, это не важно. Я сегодня досмотрела аниме, которое называется «Убийца Акамы». То есть я за это лето посмотрела «Безумный азарт» и «Убийцу Акаму». Нравилось в плане рисовки, и я не понимаю концовку. Типа, я думала, будет что-то поинтереснее. Как и в «Безумном азарте», возможно, я просто не шарю за концовки, меня они просто бесят. Вот, сегодня я чилила весь день, кайфовала с семьей. Ватаси на паспорту Вадока Деска. Соно паспорту ва Соко Деска. Дес. Я настолько давно не снимала нормальные влоги, что я хочу сейчас снимать буквально все, хотя сейчас вечер, и у меня ничего не происходит интересного. Но надо что-то придумать интересное, потому что я пока не хочу спать. Вот мой, при помощи пинчика вот так вот. Поменьше. Thank you.
Привет, влог! Привет, влог! Обзор, как... Вау, какая статная женщина. Ой, ты как будто уснула. Вау! Вау! Шушалик, какая красивая. Вау, мать моя женщина. И эта программа Жанна пытается дойти попить. Давай. Право-лево. Алкоголь. Это же алкоголь. Вон, вон, вот так. Подожди. Нет. Вот. Все святое. Вода. И... Все родное тебе. Нормально. Мухчика, апка. Встал. Я ему звоню. Говорю, ты где? Ты что, забросил трубку? Такой глаз красивый. Вот лохи, никто со мной не понял. Что вы орете? Господи, может, перейти. Насколько это особо есть с тобой? Где картошечка? Что? Он живой. Пипец, пролез слуги. Маша лезь. А сейчас, если взять вот так вот и ее перевернуть, может сломаться жизнь. Я смешную историю. Меня не любят родители. Они были, давай. Давайте молчанку. Дай молчанку. Может, история закончится. Дай молчанку. Сейчас всю камеру давай. Не, давай молчанку. Камеру вырубай. Идем в войну, камеру вырубай. Канал. Ты дышишь, что вообще нет? На этом влог и закончился. Закончилось лето. И буду очень рада вас видеть в моих новых выпусках осенью, а также в YouTube-шортсах. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем пока!